Мы на месте. Мы приветствуем Сергея, интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Хорошо. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Сергея, под ногами. 3. Сканер сканирует систему тонких тел Сергея. Находит все. Значит, у него вес. Есть. Джин. Джин. Суккуб. Суккуб. Синий дракон. Синий дракон. И арахноид. И арахноид. Какой синий дракон? 26-32. Сколько ты находишься в биополе? Год и 7 месяцев. Хорошо. Сколько находится суккуб в этом биополе? 7 лет и 8 месяцев. Какой у нас джин? 22-34. Сколько ты находишься в этом биополе? Год и 4 месяца. Год и 4. И какой у нас бес? 8. Сколько ты находишься в биополе? 7 месяцев. Хорошо. Арахноид, сколько ты находишься в этом биополе? 3 года. Хорошо. Кто из присутствующих присутствует также в квартире Сергея? Джина есть. Джин? Порошок. Бес. Бес. Арахноид. Арахноид. Дракон? Нет. Хорошо. Кто ответственен за проблему с глазами, падает зрение? Кто-нибудь участвовал в этой? Над клеткой ответственно загораются маячки. Арахноида есть там, как иголки, но это не он инициировал. А кто инициировал? Почему зрение падает? Кто-нибудь устанавливал что-то в глазах из вас? Нет. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы, вы будете на них отвечать. Даю команду тонкой копии Сергея спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в его биополе. Каналы выстроились, в сущности, каждый подходит к своему каналу. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Сергею. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Кто-нибудь ответственный за аллергию у Сергея? Есть такая сущность? Кто это сделал? Слушай, у него на ноге? Да. На правой, наверное. Напротив меня, напротив моей левой руки. У него, значит, правая часть. У него как такой один большой сапог одет, и на нем капкан внизу. Как будто он хромает. Это идет наверх к руке. Я думала, что это беса. Давай проверим, чья это. На клетке ответственного загорается маячок. Говорят, что мой это сапог беса. Сапог беса. Я только что спрашивал о глазах, бес, ты не ответил. У тебя идет подключка наверх. Только к руке. Только к руке. Хорошо. Ждем окончания реверса. Как работает этот сапог беса? Для чего он? Капкан давит. И раздражает. Понятно. Реверс закончился. Хорошо. Устанавливаю фильтры золотой сеточки на все каналы. В порядке реверса Сергей забирает все чистые и светлые божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная. Чистая. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Сергей себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Усилию потоки в 50 раз. Готово. Отлично. Хорошо. Начинаем с арахноида. Арахноид, выходи, вытаскивай всю свою паутину, все иголки. Чтоб следа твоего там не было, возвращайся назад, докладывай о готовности к проверке. Проверка будет проведена сканером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, он просто сгорит в этой клетке. Я вас предупредил. Голова шея у него снимает. Хорошо. Готов. Синий дракон, выходи, вытаскивай все свои платы, отключайся полностью, возвращайся назад, приступай. Третий глаз и сердце достал. Суккуб, ты сидел 7 лет и 8 месяцев в его биополе. Ты являешься причиной того, что он до сих пор не смог познакомиться с противоположным полом, женским. Как же я? Как же что? А как же я? Он уже знаком со мной. А как же ты? То есть ты на него накинул накидку свою, да? И решал, с кем ему знакомиться, а с кем не знакомиться? Не накидка, пленка. Хорошо, твоя очередь, выходи, снимай все, что ты оставил в ее биополе, в его биополе, отключайся полностью, ничего не забывая, возвращайся назад. Как ее воспринимали женщины, объясни мне, что они видели? Что? Не слышу. Пустоту видели, он снимает у него с лица полностью, сделал как пленку. Он полностью облепил пленкой. Хорошо, Сергей, вот причина, почему вы до сих пор один. Женщины вас воспринимали просто как пустое место. Как рулон снял.
скатал. Хорошо. Закончил? Ждем. Готово. Джина, выходить не надо. Собирай всю свою пыль, все подключки, ничего не забывай, докладывай о готовности к проверке. Приступай. Готово. Хорошо, бес, твоя очередь, выходи. Вытаскивай все, что я оставил в его биополе, снимай свой сапог беса. Скажи мне, где лярва находится в его биополе? У него нет лярвы, у него затемнение. Где? Низ живота и сердце. Грусть. Низ живота – это от суккуба, а сердце, кто там в сердце сидел, плата? Грусть у него. Откуда там эта грусть? Накопленная? От грустных мыслей. Понятно, то есть это его личные грустные мысли, а не кем-то посланные ему, навеянные. Это его мысли, которые скапливаются. Хорошо, хочешь забрать эти затемнения? Мысли об одном и том же. Понятно. Хочешь забрать, снимай все, что оставил, доложи мне на месте, я дам тебе отдельную команду. Готов. Разрешаю тебе забрать все затемнения, возвращайся назад, как заберешь. Есть. Хорошо, все убрали. Даю команду на рассинхронизацию Сергея с бесом, джином, суккубом, синим драконом, арахноидом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Он говорит, я представить не мог, что у меня столько подселенцев. Готово? Ничего, всех уберем. Включаем внутренний белый свет Сергею. Этим светом выдавливает из себя все негативное, патогенное, низковибрационное, чужеродное, находящееся в его биополе. Остаточные энергии на частотах интерферента выходят, формируется все перед ним шар. Да, есть остаточный шар. Открывая воронку в галактическое ядро под шаром, он уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Ну, чистый. Хорошо. Проверку все прошли. Подхожу к Сергею, помогаемой энергией. Отстегнуть все каналы на счет 3. 1, 2, 3, удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Так. Бес, ты один в квартире или еще кто-то есть? Один. Хочешь получить негатив в квартире? Там пустоты больше, чем негатива. Но то, что есть, заберу. Хорошо. Эмоциональный фантом могу тебе еще предложить. Давай. Итак, выходит эмоциональный фантом Сергея, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию, им же сгенерированная, проецируется на его эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Ну, фантом у него светло-серый, но есть такие затемнения более темные какие-то, это эмоциональные. Хорошо, эти энергии он сам сгенерировал, он готов от них отказаться, убрать их? Да, конечно. Сворачивай энергии в шар, забираешь бес? Забираю. Отправляю бесу. Есть. Хорошо, открываю сейчас два портала. Один для беса и джина, второй для арахноида. Каждый идет сейчас в квартиру, собирает все, что он там оставил. Я прихожу, проверяю, отпускаю на свою чистоту. Бес покажет мне еще порталы в квартире, я их закрою. И после этого всех отпущу с бесом, как договорились. Выстраивается два канала в квартиру Сергея. 1, 2, 3. Бес и джин уходят в один портал, арахноид уходит во второй портал. Закрывая, печатаю, растворяю оба портала. Бес говорит, открыть не успели, уже закрывать собираешься. Все ушли. Хорошо. Итак, все ушли, кроме синего дракона и суккуба. Суккуб, ты больше никогда в это биополе не придешь. Он изъявил свое желание, тебе это понятно? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте суккуба. Суккуб забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Синий дракон, я хочу получить слово синего дракона, что ты больше никогда в это биополе не придешь. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона. Он забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Готово. Клетка пустая? Пустая. Поехали по частотам. Готово. Синхронизируется энергия вибрации. Гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Сергей, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Уверена, наполнен новыми энергиями. Пока гармонизируюсь, хочу понять. Их надо. Состояние очень приятное. Ими надо заправляться ежедневно, вечером сбрасывать негатив. Как выдавливать негатив, мы показали в этом сеансе. Выдавливаете в шар, сбрасываете, закрываете портал. Перед этим портал открываете в галактическое ядро, потом закрываете обязательно. Это важно. Все это вы должны визуализировать. Даже если вы четко не видите, это все равно будет происходить. Вы должны просто быть очень сильно уверенным в том, что вы делаете, и знать, что это все у вас получается. Это ключ к успеху.
и оставайтесь чистыми. Сейчас мы перейдем к чистке вашей квартиры, а перед этим вернем вас в вашу систему биоробот-душа. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Сергея в его систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта,